слишком дорогую цену земля Арцаха заплатила за свою свободу, свою независимость. Поэтому свое выступление я просто вот по-дружески хочу просить всех вас. Я хочу начать с того, что я прошу всех встать и почти в минуты молчания принимать поддержку за Арцах. Это ребята, которые погибли в Апрельской войне четырехдневной прошлого года. Средний возраст 20 лет, 21 год. Я здесь слышал слова по поводу помощи, по поводу благотворительности, которую вся Армения оказывает Арцаху и его народу. Вот маленький пример, я хочу сказать так. Я не открою сейчас никакую военную тайну. Я периодически бываю в Арцахе. У меня там служат родственники. И я еще раз скажу. Так вот, по поводу помощи армянской общине. Вот там, где убивали этих парней на границе до сих пор, нет нормальной оборудованной контрольной следовой полосы, нет нормальной оборудованной границы, нет тепловизоров, а там просто висят ржавые консервные банки. Вот я могу сказать, это вот оценка деятельности всей помощи Арцаху. Там на границе ржавые консервные банки. Пусть это запомнит каждый, кто говорит, что он помогает Арцаху. Вот. Тем не менее, я от всей души хочу поздравить Армению, ее народ, Арцах как единую неделимую часть Армении с годовщиной независимости. Вы прошли очень долгий, очень тяжелый путь. Путь полный скорби, полный горя, полный утрат близких. И эта борьба продолжается. Как мы видим из последних событий, эта борьба продолжается не только вот там, на границе, где она имеет фазу, скажем так, открытого противоборства, огневого столкновения с поражением живой силы техники противника. Эта война продолжается здесь, в мировом пространстве. И, в частности, одно из поля боя Арцаха это является и Санкт-Петербург, и Россия. Пока информационный бой. Пока информационный бой. Но вот здесь важны усилия всех армян. Всей армянской общины, всех армянских организаций, единые консолидированные усилия. И сейчас Азербайджан занимается очередными провокациями, очередной пропагандой. Сейчас пытается любой ценой, любыми путями запретить демонстрацию символики Арцаха в России. То есть навязать здесь вот нашему маму, вот как правильно сказал абсолютно, что вот сейчас мы остановили 90% опрошенных людей, ни армян, ни азербайджанцев, используют, что такое Арцах. Вот большинство, как говорится, из остановленных нами, они вообще не понимают, где этот Арцах находится. Вот они вообще не знают. И зачастую истоки армяно-азербайджанского противостояния, истоки борьбы за Арцах, ну, как бы здесь большинство обывателей об этом не осведомлены. Поэтому я считаю, что главным действием, главным усилием всех армянских организаций должно быть то, чтобы постоянно здесь проводить мероприятия, проводить не только в армянской среде, потому что здесь за поражение. Мне не надо рассказывать о том, что моя квартира с балконом, это есть моя квартира. Вот. Надо проводить мероприятия, направленные на представителей других.